Время идет намного быстрее, чем нам хочется, и многие даже не успевают замечать, как меняются люди, которые практически каждый день где-то вокруг. Этому закону подчиняются все, даже звезды экрана, и сейчас мы это докажем. Давайте же посмотрим, как выглядели популярные телеведущие на заре своей карьеры и сейчас. Нравится Инстаграм? Заходите в нашу уютную группу, где вас ждут не только свежие новости, но и много приятных сюрпризов. Ссылка будет под видео. В далеком 97-м она стала ведущей новостей на Первом канале. Сейчас больше известна благодаря своей внешности, которая практически не изменилась за время ее работы. Многие считают, что Екатерина пользовалась услугами пластических хирургов и сделала множество уколов красоты, но сама Андреева говорит лишь о том, что у нее все настоящее. Дважды была замужем, дочь от первого брака. Самый веселый телеведущий сейчас знаком почти каждому зрителю из нашей страны. Иван Ургант начал свою карьеру с обычных ночных клубов, но в душе знал, что хочет стать знаменитым. Его путь на телевидении проходил через радио, где он смог покорить всех слушателей своей харизмой, а уж попав на экран, просто влюбил в себя огромное количество людей. Она долго мечтала попасть на телевидение, и в 96-м году ее мечта сбылась на Муз-ТВ, и она начала постепенно получать желанную известность. «Секс» с Анфисой Чеховой, «Спокойной ночи, мужики» – эти передачи принесли ей популярность, и сейчас она занята сразу в нескольких телепроектах. Анфиса разведена, сыну 6 лет. Более 30 лет назад Дмитрий Дибров попал на телевидение как журналист, однако сразу показал себя как талантливый режиссер и смог удивить необычными на то время музыкальными юмористическими проектами. Сейчас ему 59 лет, у него 5 детей в 4 браках. Мало кто знает, что прежде чем стать телеведущим «Поле чудес», Леонид Якубович много лет проработал аукционистом. В 91-м году он пришел на телепробы и успешно их прошел. С тех пор, вот уже более 27 лет, мы видим его на экране. Сейчас Леониду Аркадьевичу 73, у него 2 детей в 3 браках. Владимир Познер стал популярным еще в советское время как ведущий телемостов СССР-США. Все его последующие программы имели политический уклон. Имеет 3 гражданства России, Франции и США. Сейчас ему 84 года. Жена в 3-й раз, дочь от первого брака живет в Берлине. Сергей Дружко стал известен как ведущий программы «Необъяснимо, но факт» на ТНТ и «Фантастических историй» на РЕН-ТВ. Через некоторое время после закрытия этих программ стал популярен в интернете и начал вести Дружко-шоу на Ютубе, пародируя самого себя. Появляется на второсортных телеканалах в качестве ведущего. Сергею 50 лет, 2 детей в 3 браках. Андрею Малахову посвящено отдельное видео на нашем канале, поэтому углубляться в биографию не будем. Из своих почти 47 лет он уже 27 работает на телевидении. Александр Масляков начал работать на телевидении, страшно сказать, с 1964 года и за это время стал просто легендой. Он, как вы наверняка знаете, основатель, организатор и производитель популярной передачи КВН. 77 лет. Женился в далеком 71-м. У пары родился сын Александр, который сейчас ведет премьер-лигу КВН. Елена Малышева не думала, что попадет на экран. Закончив мединститут с красным дипломом и поработав терапевтом, она начала с небольшой передачи в родном Кемерово и постепенно добралась до центральных каналов. Ей 57 лет, муж – специалист молекулярной биологии, 2 сына. Лера Кудрявцева на телевидении с 95 года. Постоянно вела музыкальные программы на Муз-ТВ, ТНТ, НТВ. Ведет музыкальные фестивали «Новая волна», «Юрмала» и «Песни года», а также шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на канале НТВ. 47 лет, 2 детей в 3 браках. Никого не забыли? Пишите, кто из современных телеведущих вам нравится больше всех и почему. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Следите за нашими группами в соцсетях, там очень интересно, все ссылки под видео.